Пам-парам! Какой чудесный денек! Ой, дружище, что с тобой случилось? Почему ты квадратный? Меня оквадратил злой, коварный, черный квадрат. Он построил целый черный завод и хочет оквадратить всех шариков и даже всю планету. Ох ты ж, божечки-кошечки, я не позволю ему это сделать. Ну что, ребята, покатили? Найдем этого черного квадратного забияку и всыпем ему настоящих кругленьких люлей. Эти звездочки совершенно точно нужно собирать. А еще нужно ставить лайки. Чем больше лайков, тем веселее настроение у меня. А значит, и игра будет смешнее. Еще одна звезда. Иди-ка сюда. И вы тоже в карман. Я квадрат, и я шарику не рад. Ух ты, а вот и первый квадрат. Получи. Сразу видно, что он не отличается умом и сообразительностью. Зато у меня с мозгами порядок, и они подсказывают мне, что нужно использовать эти ящики как подставки. Фрикско, черному квадрату прокусим носок. А здесь что? Какое-то озеро. Жаль, что я не умею плавать, зато умею прыгать на голову черным болванам. Какой-то валун огромный, его, наверное, нужно перекатить через бугор. Как бы меня не раздавило. Давай. Ух. А теперь перепрыгиваем. Давайте подтолкнем его. У нас другая стратегия. Сюда, я настоящий Арнольд Шварцшарик. Катим дальше. Е-хе-хей. Стоять. Опять там какой-то черный грязнуля. Сейчас мы устроим тут ему заварушку. Берем разгон. Че пошло не так? О божечки, больно же. Получи редиска, красномордая. Это кто редиска? Я тебе сейчас все углы подкругляю. Чернота ты бесстырая. Так, как мне забраться наверх? Надо, наверное, взять разгон. Не получилось с первого раза, но ничего. И Москва не сразу строилась. Я же красный шарик. Мне отчаиваться совсем не вариант. Так, перепрыгнули и прыгнули. Катим дальше. А как тут достать эту звезду? Мне кажется, мне туда не допрыгну. Значит, надо использовать вот эту тележку. Откатим ее. Ох, нелегкая у меня жизнь. Сидел бы на диванчике, кушал чипсы, смотрел мультики. А из-за этого черного квадрата приходится спасать землю. Прыгать по тележкам всяким. Драться еще со всякими квадратами. Готово. Оттуда получить по самой будь здорово. Да и настоящий рифмоплет. А вот здесь нужно быть осторожным. Не люблю эти мостики над пропастью. Одна ошибка, и я больше не красный шарик, а красная лепешка. Все в квадраты. Все превратить в квадраты. Кажется, сейчас будет что-то страшное. Возьмем деревянный ящик. Добавим каменный валун. Найдем яму, и у нас получается отбивная из черного квадрата. Хе-хей! А теперь этим же ящиком мы еще и по голове ему проедем. Если она у него, конечно, осталась. Все. Еще одна горка. Вот, опасть! Фу, чуть было не навернулся. Брожу, с красным шаром не дружу. Нет, ну вы слышали? Эти простофили набрались этих глупых песен. На ярмарке глупых стихов закупились оптом, что ли? Эй, я пропустил вагонетку. Постой, паровоз, не стучите колеса. Эй, шарик, нажми на квадрат. Хоп-хе, ла-ла-лай. Транспортируемся через пропасть. Собираем попутно звездочки. Качусь. Вот и шарик, сейчас я тебя проткну. Вау, полегче, квадратик. Держи карман шире. Надел горшок с рогами на голову и думаешь, стал умнее. Эти квадраты такие наивные. У них хватает мозгов только на то, чтобы все вокруг превращать в квадраты. Смысл жизни настоящего гения. Ладно, не будем отвлекаться. Лучше займемся переправой через эту реку. Вау, да тут у нас настоящая вагонетка.
вот это деревянная чехарага. Кажется, я нечаянно приготовил бивную из квадрата. Но ничего, по делам ему забияки с рогами. А у меня тут дилемма, как забраться на этот утес. Может быть, нужно использовать эту же вагонетку? Да, точно. Хорошо, что я не квадрат, а то я бы сейчас здесь застрял навеки. Сидел бы и думал, а давайте превратим тележку в квадрат, а давайте превратим квадрат в квадрат. Так, опять подвесные мосты, не люблю же их. Босс будет доволен, если я тебя поймаю. Размечтался, ты даже парализованную черепаху не поймаешь, а уж меня-то и подавно. Прыг-скок, еще один интеллектуал. До свидания. Двигаем дальше. Кстати, раз уж заговорили о боссе, значит я уже близко к этому черному негодяю. Осталась последняя пропасть. А нет, не последняя. Фух, вот это было ловко. Да я как взять звезду? Ничего не понимаю. С разгона не получается. Нужно попробовать с другого берега. Оп, разгонимся. И точно, есть! Вот это я зафейлил. Ну ничего, это мне чтобы я не зазнавался. А вот и звезда, теперь можно бежать дальше. Перед самым финишем утонуть. Ребята, обязательно поставьте лайк под этим видео, а уже в следующей серии нас ждет битва со страшным первым боссом, черным квадратилой. Всем пока!